чебоксарца, защитившего незнакомую девушку от хулигана, посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага». Инцидент произошел весной прошлого года. Нетрезвый чебоксарец стал приставать к компании девушек. Когда те не захотели с ним продолжать общение, стал угрожать ножом. Убегая, девушки позвали на помощь. Происходящее заметил Федор Атемов. Вступился за них. Между мужчинами завязалась драка. Нападавший нанес потерпевшему не менее 6 ударов ножом. От полученных травм Атемов скончался на месте. Прокуратура Чувашии поддержана государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя города Чебоксары. Он признан виновным в убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга, а также покушение на убийство. Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры республики, виновному было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему было назначено 2 года ограничения свободы, которую он должен будет отбыть после освобождения из мест лишения свободы. Данный приговор в законную силу пока не вступил. За мужество, самоотверженность и отвагу Федора Атемова посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага». Ведомственную награду вдове погибшего вручили по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.